А, нет, смотри, о, перчатки выпали на меня. А какие это хорошие перчатки? Нет, хорошие перчатки, конечно, надо брать. Одеваю, короче, на себя перчатки. Ебать, изи! Ха! Выиграли эбеновые! Рот меня наоборот, перчатки! Эбеновые, блядь! Эбеновые, блядь! Перчаточки заходят ко мне! Эбеновые, как бы! Это тебе не бебе, не в бебе играть! Это эбеновые перчатки! Бля, меня этот Рутони просто пизда бесит. Меня Рутони бесит, говорит, скинь толгдата. Просто, понимаешь, вот, я не знаю, я хочу, чтобы к нему в дом пришла беда, понимаете? Я, блядь, я никак не могу это описать. Просто взгляните на этот чат, блядь. Ты посмотри на это, блядь. Здравствуйте, почему я запускаю Рутони, а он вылетает, не работает? Скинь каталог дата. Что это? Может, ты, бати, скинь каталог дата. Дату ему кидаем, вот. Скинь каталог дата. Да пошел ты нахуй после этого, блядь! Черт, что это там выпало? Ранец мне выпал с 12 слотами, ебать! В школу, как говорится! Спасибо огромное, нихуя, ранец с 12 слотами. Я ебаный, как говорится, засранец, мне выпал ранец. Ха! Осень наступила, ребят. Алексей Плещеев, ебаный рот! Лёша, бля, Плещеев рассказывает. Осень наступила, высохли цветы, и едят уныло голые кусты, вянет и желтеет травка. Травка на полях только зеленеет, озимь на полях, туча неба кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет, дождик моросит, зашумели воды, быстро у ручья, птички улетели, в теплые края, кайф. А теперь Александр Сергеевич Пушкин. Погнали! Унылая пора! А чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса! Люблю я пышные природы увиданья! Убогреться в солнце одетые леса! И в их сенях ветра шум и свежее дыханье! И молнистую покрытые небеса! И редкий солнце луч, и первые морозы! И отдаленные седой зимы угрозы! Ёбаный рот! Поставьте лайк! Вот, спасибо большое. И знать мне было бы неплохо. Я прочеквировал, как бы. Старость уже. Отлично, блядь. Охуенно, конечно, рассказ. Жаль, что за альянс, блядь. Буб пьешь, лолвисп. Нет, я не буду ничего. Нет, не похуй. Мне не будет страшно. Я, блядь, заберу. Блядь! Все равно страшно! Ебать! Я ж, блядь, у меня... Знаешь, что у меня случилось, лолвиспа? У меня вот... Где-то вот здесь вот, Вот здесь. Вот здесь вот где-то жировые складки такие. А-а-а-а, так сделали, и они там сожглись, блядь, под твоим донатом. Спасибо огромное, счастье для меня. Ну и, конечно, по традиции мне придется сделать удар ковшом. Ковшеудар. Бля, чуть сам не въебался. Это страшно, но это счастье для меня. Спасибо огромное. Бесо, бля, дыш, входит в меня. Я подкинул. Знаешь, что самое смешное? Лоло, самое смешное из этого всего. Тебе вот смешно, там смеешься. Но самое смешное здесь то, что я подкинул кресло, и оно полетело мне на ноги, понимаешь? И я, блядь, думаю, ебать, не пиздали. Я вот так вот, нахуй, в ебаный, блядь, озерок пытаюсь влезть, блядь, не влезаю что-то. Вроде место за спиной дохуя, а костерчик-то горит, блядь. А костерчик-то горит, попка поджигает. Вот, очень опасная работа, опасная деятельность, как говорится, да, ты понимаешь? Отлично, открывай телефон, а там слон. А там дедуля Володя! Сотни рублей за какой-то Яниса Юнониса, как говорится, улица есть такая. Ой, там, говорится, в Воронеже. Яниса Юнонис, как бы, практически. Ё-моё, Янис, какой же ты приятный. Янис, просто, понимаешь, я двуликий анус ты практически. Ё-моё, спасибо огромное. Спасибо, это счастье. Какой твой ICQ адрес, игрок, Львович, я не знаю. Вот он, дедуль Володя. Не вопросы, где ответ. Понимаете, у меня какая-то ситуация была. Я сегодня писал видео с смешными моментами и каким-то хуем. Каким-то хуем. Почему-то, необъяснимо для меня никаким образом, почему-то,
по какой-то причине, with some reasons, у меня почему-то, ребяточки, вот. Ну, поняли, да? Как продам Туарег, значу. Как продам Туарег, значу. Как продам Туарег! Туарег! Гугли, Туареги. Так, сколько стоит Туарег? Так, сколько стоит? Стоит Туарег. Туарег. Так. Туарег стоит 600... Ты... Volkswagen Туарен. 3,5 миллиона рублей у тебя? Вапа-вапа. Подожди. Вапа-вапа. Минуточку. 3,5 миллиона рублей Туарег стоит? 3,5 миллиона. Я прав? И ты донатишь мне 50 рублей? Тысячами. А он говорит, на, говорит, без обрядости. Говорит, на, говорит, 66 рублей, говорит, 60 копеек держи. Обиделся на тебя, папа. Папа. Когда сегодня мама позвонит, скажет, Ром, сколько тебе сегодня донатили? Расскажи, как у тебя дела на стриме? Я скажу, мам, маховага отдали. Ясен, ты сам знаешь, спасибо тебе большое за поддержку. Это туда называется кошка, потом пиздец. Спасибо огромное за недолевую. Ренат Фатхулин заходит ко мне в гости. Роман Юрьевич, я исправился, чек. Смотрим, папа, смотрим. А, ебать, там Коля ебашит. Коля Петров, ебать, ты у меня как учитель садомии и разврата. Коля Петров заходит ко мне в гости. Я просто в ахуе, блядь, с полутора дедули, блядь, волонником. Я вообще пиздец в ахуе. Спасибо тебе, дорогой, это счастье для меня. Нет, Миха. Ни в чем себе не отказывай. Миша заходит ко мне с одной дедулей Володей и деревянной. Одна дедуля Володя и деревянная. 101 рубль! Это счастье для меня! 101 рубль заходит от Михи! Миха? Хуиха! Это счастье, Миша! Извини, пожалуйста, за рифму, если не понравилось. Вот за тебя Миша, вот, Миша, ой. Нет здесь. Спасибо, Хават, за поддержку. Это неплохо. Это приятно. Вот, есть у меня такая... Кстати, знаешь, что забавно? У меня есть уникальная линейка. Вот, и на ней, на линейке написано... Action. Будто бы линейка призывает меня к действию. Такие дела. Такие дела. О, блядь! Я сейчас играю с тобой в игру под названием «Орел и Решка». Кто побеждает, тот пробеждает. Орел. Что это значит? Это значит, что дедуля Володя заходит ко мне в гости. Смус заглядывает время от времени, он просто, наверное, притаился, ждет зарплаты, когда ему придет. Ну или просто, знаешь, он, короче, как сделал, и уникально. Он, короче, попросил сделать донат, вот. А сам, типа, знаешь, это, чтобы меня заморить бесконечной мыслью о том, что, возможно, он мне вот-вот-вот-вот-вот-вот, он сейчас задонатит мне. Вот, иначе зачем же он просил сделать донат на 20 тысяч рублей, и он в итоге не донатит.
я понимаю, да? Что ты должен понять, одно очень уникальное правило. Заработал сам, дай заработать другим. Поэтому сдайте мне 100 рублей. Я не пис, точка, 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 лол. Я говорю, в этом месте я абсолютно спокойный, да? Ну, я поэтому, как бы, сори, я реагировать на это, конечно, не буду. Ну, сыграй на гитаре. Сыграй на гитаре. Ну, всем понятно, что гитаре я играть не умею. Поэтому я, пожалуй, сыграю на барабанах. Продолжай! Не, подожди, стоп! Где он? Вот он! Вот он тот, который... у которого не получилось! Смухс, а я теперь надеюсь, у него получится у меня! И так далее, блядь. Ёбаный метабол, такой ко мне! Записывай, блядь! Штуки миллионов. Блядь! Ёбаный рот! Вот так ему. Блядь! Алло! Ёбаный рот! Жду спонсоры, где? Могу тоже зарифмовать! Я спасибо огромное! Счастлив я, ё-моё! Олдвоп! Спасибо, это счастье! Гляди-ка, не я! Точка с запятой. Ребята. Неясыть вернулась! Он заходит ко мне в гости от неясыти, и это счастье для меня! Неясыть! 9 лет! 275 ночей! 3 года! 24 световых часа от Земли до Луны! Где ты был? Неясыть! Где ты? Неясыть, я помню, зашел ко мне, хуй показал, и говорит, я буду топ-донатером номер один. И исчез! Неясыть! Где ты был? Ё-моё, ротей, дорогой! Ха! Посмотри. А, блядь! Я! Ёбаный рот! Не светится даже ни разу. Не светится, поэтому я не смотрел ничего. Так. Один оплатного врача! Спасибо огромное! Это счастье для меня, Татьяна Долги! Последний донат, последний... Я тебя знал, как наизусть выучил тебя! Спасибо огромное! Это счастье для меня! Так, гля, Silver Spell, держи, радуйся, дедуля Володя, чеканю, чеканю, дедуля Володя, ты такой, расчасть для меня, спасибо большое. Может, я перепутал? Блядь, не я, ты сам рядом веселее, Володь, естественно, ты сам рядом так-то повеселее, ёбаные веса, блядь. Блядь, он Володя, не верь, злобе за вашим, славит пешая юридическая... Еще один Саблядов заходит ко мне в гости и пугает меня! Командир Махрейн из Алого Ордена. Блять! Алекс Ворон! Ну привет, малыш! Ты Саблядов заходит ко мне в гости! Я обосрался! Гля! Сихуя! Сто лет я не был на стриме ради... Рамзес заходит ко мне в гости! За 470... 470 рублей! Практически волк, где? Да глянь на него! Мое кресло стало устойчивым! По какой-то необъяснимой абсолютно причине! Ё-моё, это счастье для меня! Спасибо огромное, Рамзес! Ё-моё, Рамзес, меня ебут маги! Блять! Спасибо огромное! Знаете, 470 рублей ты можешь дать мне еще раз по акции. Было бы неплохо. Меня маги ебут какие-то. Я отошел. А кстати, что я отошел-то? А где? Где кто кидает меня косты? Так, все, шух! Погнал! А ДПС будем давать или нет?
Накручивай ДПС на него, накручивай. Так, микростан зашел. Микростан. Давай, 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 наноси урон. Ёб твою мать, хули ты стоишь? Делай ДПС, Диллинджер! ДПС Диллинджер остановись! Отлично! На нахуй! Шикапау! Вау, вау, вау! Жигалау! Вау! Ля! Шикапау! Фу! Только благодаря тебе я победил в этой битве, очевидно. Спасибо вам! 470 рублей, Рамзес! Это счастье для меня! Спасибо, дорогой! Ёба, глянь тут! Что? Непонятное дерьмо! Высыпалось мне на ноги! Из этой коробочки, как бы! Так! Спасибо большое! Ха! 100 лет, говорит, не заходил. Это приятно, когда ты ко мне заходишь. Фух. Играл в Heroes of the Storm. Говно, говно игра. Heroes of the Storm. Почему у тебя мир духа выглядит как обычный? Какой-то аддон стоит, чтобы нормальный был мир. Чтобы вот эти вот глаза не ебало мне этим миром ебаным духов. Ненавижу, когда эти глаза ебет этим миром духов. Привет, ты как дела? Какой уже левел? Андрей Кашоу, рад тебе видеть, дорогой. Я 35,5. Такие вот делишки. Это я, да, я. Да, это я. Ну да, я. Такс. Ха. А насчет мобов и одноручек, это да. Одноручки, ванили, гораздо более крутой предмет. Для фуривара это счастье. Да, да, я, ну да. Да-да, да-да. Так, напрёх, впрёх. Здесь опять ничего нет? Ничего. Привет, Ваня Древайн, рад тебя видеть, дорогой. Задонать мне было бы неплохо. Я, кстати, нашел консоль команды, которая убирает черно-белый эффект. Консоли команды запрещены, блядь, ребяточки. Консольные команды, скрипты. Вот вы мне пишете про скрипты, но вы, блядь, вообще понимаете, что вы просите меня сделать? Написать скрипт, который банят. Или это какой? Или в этом и есть план, как бы? Бля, Рамзес, красивым валялом! Дедуля Лони, заходи ко мне в гости! Рамзес! Спасибо огромное! Это счастье для меня, Рамзес! Задив мне две дедули Володи. У тебя есть уникальная возможность, задать мне две, говорит, дедули Володи. И после 470 рублей по акции, задать мне в третий раз. Но на этот раз задать 660 рублей и вызвать бесоблядыша, который напугает людей. И меня было бы неплохо. Вот. Спасибо, дорогой, это счастье. Когда мы настрим, там с арсенала топ-топор падает. Ваня, у меня уже есть этот топор. Я вот вчера не стримил, сходил туда, и он мне выпал. Вот он. У меня уже в инвентаре лежит, и еще наплечник оттуда же. И поэтому я вижу его, да, и у меня где-то внутри, в глубине, счастье чувствуется. Понимаешь? Такое же счастье, вот. Но я не уверен, что, кстати, я убью этих мобов. Вот в чем дело-то. Счастье счастьем, а, как говорится, мобов-то я убью. Вот так, стан дал. Это я вот так нажал. На. Ух, ебать, крит! На тебе, Игорек Павел Сергеевич, Юрий Павлович, как бы. Факопау, вау, вау, вау. Устроил опиздюление этим серьезным ребятам. Мародер в губу тебе, ЖГБ. Найс. Найс, все. Спасибо. Ты про те, что просто в чате вводятся? Возможно. Я не знаю, короче. Я не знаю. Не трогайте меня. Я пизданул, как говорится, и нормас. У меня тут уже монет в коробке. Миллион лежит. Так, пойду, короче, сейчас я вниз прыгать, как бы, аннигилировать. Рамзес, спасибо большое. Я, Рамзес, уже даже и не помню, понимаешь, тебя, честно тебе скажу. Я уже не помню, когда последний раз ты меня смотрел, действительно. Да, ребятушки, не забывайте ставить лайки сходу. Было бы неплохо, было бы неплохо. Так, ну мне как бы в игре подсказали, я просто ввел, и у меня пропал черно-белый эффект, вот и все. Ну, не знаю, короче, я бы сомневался в этом всем. Какие-то вот это вот очень сомнительно. Не знаю. Хотя хуй знает, может и не сомнить. Просто ты смотри, значит, поаккуратней. То есть, может быть, вот такая вот мелочь не страшная, а какая-нибудь не мелочь. Вон, люди же что делали? Прописывали все скрипты, чтобы не выходило у них из игры, чтобы они там автоматически бегали, прыгали, блинковались и так далее. И в итоге что они получили в рот? И подумали, что их забанили за TeamViewer. Гениальные люди. И потом мне начали везде писать, что за TeamViewer банят, зачем ты написал это видео. Ну, короче, что-то среднее между сверхчеловеком и сверхнечеловеком. Вот, сверхразумом каким-то очевидным. Да. Спасибо. Да я уже удалил классику. Серьезно? Почему? Ты как бы знаешь, сходу, да, я тебе сказал, ты удалил. Нормальный ход. В принципе, что бы ее не удалить? Дебиль. Да говно, игра ебаная, блядь. Удалил. Нет, ты видел? Удалил классику, а нахуя? Вот. Типа, тебе надоело не играть? Вот, супер скучное говно. Рома, не начала ванила вытягивать из тебя здоровье и настроение?
Да нет, просто она начала из меня это, Дима, делать, вот, но дело в том, что я начал делать то, что мне нравится делать, мне начал гриндонить мобов, понимаешь, двойной копчужный капюшон, и лут с них хороший, видишь, сколько у меня голды уже, на этом споте я всего лишь чуть-чуть постоял, 29 голды, 29 голды, 35 уровень, все способности изучены, профессии все изучены, держите в курсе, проверяйте. Держите и проверяйте меня в курсе, как говорится. Вот. Кто там в курсе, тот держит меня и проверяет, пускай. Привет, твичи на твиче коды разбанят. Гля! Рамзес, друг, аж ты договорить, но очень давно работа, дети, времени нет, сорян. 300 рублей. 300 рублей, 300 рублей, 300 рублей. Они находятся мне в гости и тем самым заставляют меня аннигилировать, аннигилировать. Сорян. И это счастье для меня! Ё-моё! На бобы, вдова! На бобы! На бобы! Поти. Блядь! Суньте у меня счастье для меня! Юнит! Я! Это счастье для меня. Она бессмертная! Эта коробка бессмертная, ее невозможно уничтожить! Спасибо огромное, это счастье для меня! Совет Юнин! Как там Хабиб его? Хабиб номер один, бип-бип! Хабиб номер один, бип-бип! Хабиб номер один, бип-бип! Я песню даже принес сочинил! Невероятно! Вау, вот это бой был! Вау, Хабиб там, красиво было, вау! Золотой слиток, который стоит 6 серебра. Коралловая акула! Да я твой рот ебал! Акула, блядь! Акула! А акула-каракула правым глазом подмигнула и хохочет, и хохочет! Вот так кто я, акула, блядь, ебаная! Нужен. Блять! Андрюха из Воронежа! Ёбаный рот! Здорово, не ждал, Андрюха! Я обосрался, походу! Пойду мыть жопу! 666 рублей! Половину не было! Блять, сколько это? Роман, начинаю завтра большое путешествие на машину. Кидаю для тебя себе на удачу. Я нихуя не понял, что это и сколько это. Но это счастье для меня. Фетишист, что-то там. Ты, а можешь повторить, чат что-то написал. Я что-то нихуя не услышал. Спасибо. 200 рублей, давай-ка мне в гости. И я активирую кузнеца. Активировал кузнец, это счастье для меня. 369. Ё-моё, вырубил его, нахуй! Спасибо огромное, знаете, это счастье! Спасибо! Спасибо, ребята! Вы не представляете, насколько это счастье, когда вы меня избавляете от сигаретной зависимости, потому что донаты, донаты, это просто вот, я сижу и... не выходит! Злость эта сигаретная выходит из меня, и я становлюсь счастливым просто. Дебильные сигареты, вы из меня их прямо, знаете, вы из меня вынимаете за счет донатов, вынимаете. У меня уже никуда не комната, а какая-то коробочная. Ебашу своим тостером. Дедуля Володя Кузнец заходит ко мне в гости. Это счастье для меня. Спасибо огромное. Это счастье. Вот. Металлистка. Пишет мне. Твердый знак. У. Твердый знак. Будто бы с хуй. И тем самым активирует от меня. Уникальный новый. Только что в моей голове родившийся уникальный реакцию донат. Это называется Ку. Собственно, Знец. Это счастье для меня! Дедуля Володя заходит ко мне в гости! Ё-моё! Это счастье! Но я тебе скажу по секрету, ребяточки. Кузнец долго не проживет, судя по всему. Блядь! Видобой! Бесоблядный заходит ко мне в гости! И я обсираюсь! Молоток как ты! Нет! 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 Теперь у меня есть щит! Щит! Опизделение!
Йо! Ебать! Тут скользко! Все по разъебочкам. Обнови подземку. Так, а все... Я, блядь, только посмотрел! На Тиксе это счастье для меня! Удар! Луны! Лунный удар! Ё-моё! Меня ебут, кстати, меня выебали, пока. Так, смешно, если не джуза. Действительно. Ну ты прав, меня звали в итоге, я 40-го взял, вот, я все жду и жду, а они не играют, и орут предатель, что с другими играешь. Хочется прям аж, знаешь, вот, так, прям, я не знаю, хочется зайти, вот, просто вот так вот, пожалуйста, так. Хаван, дорогой. Да, славенький мой. Ты тут? Да? Да. Просто да. Вот скажи, вот как ты плюнул бы вот этих вот, которые, плюнь, короче. В смысле? Вот, да, спасибо большое. Вот так вот на этих людей, которые, как бы, знаешь, типа, с тобой хотят играть, а на самом деле, как бы, на хуе, как бы, сидят, мягко говоря, вместо того, чтобы играть с тобой. Motherfucker kicks in life.